Всем привет, ребята, на связи Грим Оптимист. Если честно, я давно уже хотел поднять эту тему, но все вот что-то меня останавливало. Я прекрасно понимал то, что далеко не все из вас со мной согласятся. 100% будет много бомбящих в комментариях, будут дизлайки, но вот недавно произошел случай, который послужил такой своеобразной, наверное, какой-то отправной точкой, что ли, каким-то спусковым крючком, после которого я понял, что я просто хочу высказаться. Вот, поэтому прошу меня выслушать. Один из подписчиков скинул мне в личку ВКонтакте запись стрима некого стримера с никнеймом Мариарти, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, играл в танки, да, а после чего он начал вырубаться, принялся блевать, сидя на самого себя, заблевал себе всю одежду, а потом еще несколько минут сидел обблеванный. И я, ребят, понял то, что вот данный случай... Это, знаете, такая лакмусовая бумажка какая-то, что ли, то есть, которая показывает то, насколько все плачевно вот в стримерском комьюнити в плане так называемых алкостримов. Это сейчас довольно трендовая вещь вообще, довольно многие блогеры реально стримят пьяными, но если в некоторых случаях это еще там, ну, более-менее как-то адекватно, когда человек там выпивает 2-3 бутылки пива, может быть, да, и находится, ну, по крайней мере, в адеквате, он не блюет и ведет себя более-менее культурно, то у некоторых людей весь контент строится вообще на том, что они постоянно пьяные стримят, и причем в очень-очень нажратом состоянии, и я не совсем понимаю, во-первых, почему их смотрят. У них подписчики, да, там, зрители, лайки ставят, донатят там и так далее. Не очень понимаю, ребята. Во-вторых, я не понимаю, ребята, вот убейте просто, не понимаю, насколько нужно не уважать в первую очередь себя. Даже не зрителей, со зрителями это само собой. Себя насколько нужно не уважать, чтобы стримить, находясь в состоянии просто вот животного. Когда ты не понимаешь, где ты находишься, у тебя заплетается язык, у тебя перекошенная рожа и мутные глаза. Это неуважение к себе просто элементарно. Ты показываешь себя в состоянии скотины перед многотысячной аудиторией. И поймите правильно, я не моралфак. У меня у самого недостатков довольно много. Да, я матом ругаюсь в конце концов, и это тоже не очень хорошо на самом деле. Хотя я, в принципе, к нецензурной лексике довольно спокойно отношусь. Я начал материться лет в 5, наверное, да. И думаю, что большинство людей в детском саде еще все слова узнают, но тем не менее это тоже нехорошо, я тоже далеко не ангел. Но это за гранью, ребят, добра и зла, серьезно. Ведь это очень распространенная вещь. Многие блогеры сейчас проводят так называемые алкостримы, и я вот этого не понимаю просто, вот вообще не понимаю, ребят. У меня, конечно, вообще свое отношение к пьяным. Я считаю вот искренне то, что пьяный трезвому не товарищ. Если ты выпил настолько, что это видно по тебе, то либо ты находись в компании таких же, как ты, людей, которые в том же самом состоянии, либо избавь меня от своего присутствия. Потому что мне неприятно смотреть на твою перекошенную рожу и слушать твои невнятные речи. У нас даже закон такой есть, который запрещает в общественных местах появляться в состоянии сильного алкогольного опьянения, да? То есть тебя в ментовку могут за это забрать. А на стримах-то пожалуйста, оказывается. Причем еще говорю и по компьютерным играм, у которых рейтинг там 12+. Ну хочешь ты стримить нажратый вкал, ну блин, просто стрим ты, я не знаю, свою рожу. Хотя бы не надо это с играми-то связывать. Это же просто отвратительно, серьезно. У меня довольно крепкие нервы, то есть в том плане, то, что меня это зрелище не шокировало в том плане, что о господи, он в блевотине весь. Меня шокировало именно вот, как это вам сказать, отношение этого человека к себе в первую очередь. Причем он еще на стриме собирает на подарок маме. Это так мило вообще. Это просто, по-моему, вот... Это пиздец, ребята. Извиняюсь за мат, конечно, но это пиздец. И это не... Это, понимаете, дело-то не в этом человеке. Таких очень много. Может быть, кто-то даже из вас сейчас себя узнал. Ну, серьезно, ребят, ну... Проявляйте какое-то самоуважение. Это в конце концов, ну... Ну, хотите вы выпить, ну выпейте вы там 50 грамм коньяка, да, перед стримом. Только, ну, не надо это афишировать. По вам вряд ли будет видно, если вы выпьете там бутылку пива или 50 грамм коньяка. Ну, хорошо, ну во время стрима на перерыве еще 50 грамм выпейте, да, чтобы не видно было по вам. Но, ей-богу, реально, бухать до такого состояния, говорю, и я просто, ребят, не понимаю. Меня вообще раздражает, когда я что-то не понимаю, но в данном случае я, как ни пытаюсь, я...
не могу себя поставить на их место. Поймите правильно, я тоже когда-то бухал, было такое, там, лет в 19, может быть, когда там учился еще в политехе, там, в студенчестве. Но мы не, понимаете, мы не пытались там в таком состоянии как-то себя показывать общественности. Мы сидели там где-нибудь, либо там в общаге, либо где-нибудь в баре, либо, может быть, там в парке и так далее. Мы тихо сами с собой там общались. У нас не было даже таких мыслей. И вот даже я сейчас сам думаю, что если бы даже я пил все еще, а я уже очень давно не пью, лет 8, наверное, я бы все равно не смог вот так делать. Просто не смог. Вот не знаю, никак абсолютно. Потому что мне было бы стыдно просто перед вами. Вот просто стыдно по-человечески. Что вы меня увидите в таком состоянии, когда я бред какой-то несу и выгляжу как просто как скотина какая-то. Я понимаю то, что бесполезно сейчас взывать там, да, там, к совести, говорю, у каких-то людей. Ну, просто, ребят, вот подумайте. Неужели вы хотите, чтобы вас люди, вот сотни тысяч людей вас знали таким вот? Понимаете? Это же пиздец, ребят, просто. Так нельзя, вот реально, так просто нельзя. Хотите вы выпить, да пейте сколько угодно, говорю, с друзьями, там, на праздниках или просто даже. Неважно, делайте, что хотите, но... Ну не надо свою брожу-то, говорю, кривую-то, перекошенную показывать на многотысячную аудиторию, ей-богу. Я, ребят, вот просто в шоке, серьезно. Я даже не знал, что это настолько распространено. Я замечал у своих коллег, там, говорю, так называемые алкостримы, но там хотя бы все в каких-то пределах было, понимаете? Даже еще дело-то в том, что вот, понимаете, вот этот стример, который обливал себя, он может дальше заниматься всем чем угодно. Его все знают, как человека, который обливал себя на стриме. И это как Джов, который один раз тоже бухой там лишнего сказанул, что там монитор обоссу. Это до сих пор еще ему припоминает. Можно один раз что-нибудь не то сказануть, и ты себе репутацию на всю жизнь испортишь. Даже вот, наверное, для этих людей и это ничего не значит. Будьте, ребята, просто вот людьми, что ли. Не надо выглядеть как скот. Не надо это афишировать. Говорю, у всех у нас бывали ситуации, когда мы там перебирали лишнего, да, и у меня были. Я помню, как я в 15 лет, в 16 лет на выпускном, там еще в 9 классе, там набрался шампанского с водкой. Тоже плохо было, да. И мне даже стыдно было тогда перед людьми, потому что были одноклассники, да, которые меня видели в таком состоянии. И там были даже какие-то учителя. Я просто вот побыстрее оттуда ушел, у меня, благо, дом был недалеко, я кое-как дошел до дома и упал там, да, на кровать. Как так можно? Я, ребят, просто не понимаю. Вот, может быть, вы мне что-то объясните, вот почему этих людей смотрят просто, да, почему им донатят, за что? За то, что человек показывает, что он срал на тебя, то, что я делаю, что хочу, я не знаю, ребят, вот серьезно. Почему нравится некоторым это? Как по мне, ребята, это не здоровая фигня, это не норма, то, что это происходит. То, что люди это смотрят, то, что это пользуется большой популярностью, это не нормально. И это может привести к тому, что, понимаете, ужесточатся как бы общие правила какие-то там к стримерам. Вот реально, я, допустим, поставлю там какую-нибудь песню не такую на стриме, и меня тут же прилетает мне там... Нарушение авторских прав, там, да, и так далее, там, запрет просмотра в некоторых странах, там. А человек может реально какую-то жесть творить, там, и все нормально. То есть это, типа, можно делать, да? Ну, это пипец, серьезно. Я бы на месте, вот, как бы, я не люблю вообще, да, как говорится, взывать к ВГ, потому что это бесполезно, но... Чем блокировать, там, говорю... неугодных стримеров, там, типа, того же Фоша, там, и так далее, и даже Пчела... Лучше бы вы занялись людьми, которые представляют вашу... И вот глядя на таких людей, которые, говорю, в блевотине своей стримят World of Tanks, у меня складывается определенное впечатление, понимаете, от аудитории этой игры. И вот меня обвиняют то, что считают игроков World of Tanks алкашами и так далее. А как иначе, если такие люди... Это люди, которые представляют эту игру общественности. Как иначе? Объясните мне. Какие стримеры такая игра... И такая аудитория. Если у этих людей там куча лайков под видосами, куча просмотров, значит есть люди, которые, ну, либо такие же, либо им это нравится по каким-то причинам. Причем это, я даже догадываюсь, ребята, почему это именно в танках, потому что
Я не знаю ни одной большей игры, в которую можно было бы играть в состоянии сильного алкогольного опьянения. Потому что если ты сильно бухой, ну там в Counter-Strike ты вряд ли сможешь играть нормально. А в танки у нас, ну, неторопливая игра с рандомом. Там, в принципе, можно хоть пока ты на ногах стоишь, грубо говоря, да, хоть или хотя бы сидишь, можно играть. Вот может быть дело в этом, я не знаю. Может быть в чем-то другом. Я не знаю, что еще добавить. Хочу вам реплей еще до конца этот показать, вот опять будут ругаться люди, да, то, что не показал. Пишите в комментариях вот свое мнение к таким ситуациям. Как вы считаете, нормально это или нет? Да, почему, как вы считаете, люди это смотрят? Почему есть аудитория, которая хочет такой контент смотреть? Почему есть аудитория, которая донатит таким людям? Почему вот реально вот ВГ не занимаются такими случаями? Вот в данной ситуации я реально вот не стал бы защищать стримера, которого бы заблокировали за то, что он постоянно в говнище стримит. Вот просто. Вот не стал бы. Хотя я не люблю там страйки и все прочее, я уже говорил много раз. Я считаю то, что любое мнение имеет право быть высказанным. Но то ли дело мнение, понимаете? Тут речь немного все-таки про другое. Вот, и мне реально будет интересно послушать ваши комментарии, почитать вернее, потому что в данной ситуации, ну, у меня вся надежда только на вас, вот, может быть, вы мне проясните. Потому что, может быть, я из такого поколения, да, хотя вроде бы там некоторые люди еще старше, может быть, воспитание, не знаю, хотя я тоже, ну, не ангел далеко, у меня недостатков много, я просто не тащу их за собой на YouTube. У меня, ну, вот, ну, матом я ругаюсь, да, есть грешок, да, некрасиво, согласен, ну, что поделать. Но я стараюсь как-то все равно, ну, выглядеть в глазах зрителя, ну, как бы не то, что там показать себя во всей красе как-то, да, а просто, ну, хотя бы как-то нормально, что ли. Все, наверное, я не знаю, что еще добавить. Посмотрим, я понимаю то, что вряд ли, еще раз говорю, данный ролик что-то поменяет, вряд ли кто-то ко мне прислушается, но мне кажется, надо что-то с этим делать серьезно. Надо как-то это все дело заканчивать. Это просто не дело. То, что люди так себя ведут. Это ненормально. На этом все. Спасибо за внимание. Пишите свои комментарии. Там, ставьте пальцы вверх. Всем до скорого. И всем пока.